Меня настолько восхитило созвучие видеокнижки с видеотекстом. Вот как в видеотексте все залито светом. И видеокнижка в ней тоже, там странички, они сияют, вот сами странички. Вот. И само сияние, самое начало, да, видеокнижки. И вот этот дивная звезда, дивный цветок, это удивительная картина. Может быть, не знаю, может быть, это как образ дивной страны, да, вот ее лучей солнечных сразу раз и гостеприимно так открыт, встречает. И вот интересно, что в душе сразу вот как-то наполняется каким-то таким удивительно возвышенным, тонким, устремленным, благодарным состоянием. И начиная читать видеокнижку, это ощущение, я очень люблю эту песню-сказку за ее такое очень возвышенное, доброе, светлое, мудрое содержание. И у меня такое чувство огромнейшей благодарности за возможность сердцем прикоснуться к этим словам. Вот огромное счастье было прочитать прямо, вот вникнуть в каждое слово, какое оно волшебное. Я не знаю, вот просто переполняет просто счастье, вот само это ощущение возможности к этим чувствам чудесным прикоснуться. И я почувствовала, что говорится о том, что передается через светлые сказки истина большая. И вот здесь такой этот свет, он прямо так вот чувствуется, какая и солнечная, и светоносная такая песня, и каждое ее слово, и музыкальный, все, вот музыка звучащая, это все наполнено светом. И еще особенно мне, конечно, да меня все особенно восхитило в видеокнижке, даже невозможно сказать, что именно больше, потому что вот еще, знаете, когда появляется цветок, и интересно, я заметила, что фон, он не статичный, он в движении. И вот, знаете, ощущение подарило, что тоже, да, заметила я, вот удивительное такое чувство, что каждый раз, встречаясь, ощущается действие сказки, действие ее слов, ее музыки, вот всего того, что она создает, наполняет, источает. Вот удивительное ощущение какой-то вот, какого-то живого действия.